В Артеме, как и во всей стране, с 1 октября начался осенний призыв в армию. Это ежегодный процесс, при котором молодые ребята от 18 до 27 лет отправляются на обязательную военную службу. После получения повестки призывнику нужно в обязательном порядке явиться в военкомат и пройти медицинскую комиссию, которая устанавливает категорию годности. Например, сейчас сотрудники военного комиссариата проводят собеседование с ребятами. Возможно, кто-то после прохождения армии захочет связать свою судьбу с военной службой. Также этот процесс может затянуться, если вдруг призывнику назначат дополнительное обследование. Для поступления в высшее учебное заведение каждый гражданин имеет право в начале года. Это январь, февраль, март, апрель. Кто выбрал себя, ну, видит себя для поступления в высшее военное училище, он прибывает в военкомат, проходит определенные собеседования, ему назначаются, выдаются на руки направления для прохождения анализов. После этого проходит медицинское освидетельствование, получает медицинскую категорию годности, пишет заявление, оформляет необходимые документы, которые положены, и мы формируем личное дело и отправляем в то учебное заведение, куда гражданин желает поступить. В зависимости от категории ребят распределяют либо в сухопутные войска, воздушно-космические силы, десантные войска, военно-морской флот или в спецподразделения. Осенний призыв продлится до 31 декабря. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составляет 12 месяцев. Вероника Климова, Денис Надельный, Егор Бондаренко, Артемовские новости, телеканал «Лента».